На центральном стадионе имени Ленина в финальном матче на Кубок СССР по футболу встретились команды «Динамо» Киев, спортсмены в белой форме, и «Заря» Ворошиловград. За 90 минут основного времени ни одна из команд не добилась успеха. В обоюдоострых атаках игра проходила в дополнительное время. Первый гол посылает в ворота «Зари» Мунтян. Забив еще два мяча, «Динамовцы» Киева выиграли со счетом 3-0 и в четвертый раз стали обладателями Кубка СССР.